чего начался политический сезон? Жжение шин, так, и с Интера. Это плохой знак, тревожный знак. Дальше что? В парламенте кризиса не будет. Но он будет в обществе, вот же парадокс в чем. Лучше, чтобы он был в парламенте, а не в обществе. А парламент будет жить, потому что его не хотят распускать. Почему будет жить? Потому что коалиция, вот Народный фронт, у которого 1%, он держит заложника всю страну. Он держит заложника президента, БПП, парламент. Так, а то, что в обществе нарастает вот этот процесс деградации, распада, социального недовольства, это никого не волнует, это хуже, чем если бы в парламенте были противоречия и решались бы не легитимным путем. Что такое политика? Политика – это решение конфликта легитимным путем. А в обществе он будет решаться нелегитимным путем. Мы же разве не видим сейчас, что, смотрите, вот это же Киев-Горстрой. Это же конфликт, но он решается нелегитимным путем. Потому что парламент, он не чувствует вот это, что происходит в низах. Что на Интере, это то же самое, конфликт в обществе. Успейте, потому что считают, что Интер плохо ведет себя, что у него контент не такой. Это конфликт в обществе. Парламент его не решает, потому что комиссию создать не могут, суды не могут, Нацрада сидит, не знает, что делать при этом, говорит, ну пусть поменяют контент, давайте мы вам тут совет дадим, поменяйте контент, и тогда к вам не будут приставать. Вот самое, что плохое, тревожное, что есть, потому что в парламенте будет все спокойно.